Это мы подъезжаем к котельной. Тут, помните, в прошлый раз большие были кучи мусора. Ну, сейчас частично спалили все. Это котельная, которая, видимо, обогревает этот поселок. Выехал я опять на Фабрициуса. Сейчас немного проедем по дороге и опять свернем. Поселок Ливаневского. Где-то, допустим, вот здесь. Идет небольшая реконструкция здания. Леса стоят. Интересно, прошлое видео хоть один житель поселка видел? Ну, по крайней мере, никто комментарий не написал.
Да, уж в этот раз мы с вами поселок это объехали и вдоль, и поперек. Практически побывали на каждой улице. Ну, еще не на каждой, но время есть. Странно, что около подъездов на скамеечках бабушки не сидят. Уже вроде как время вечернее, и обычно они в это время выходят. Ну а сейчас что-то каждая скамейка пустая. Какова причина, непонятно. То ли бабушек не осталось, то ли чуть позже выйдут. Ну что ж, друзья, на этом, наверное, все. Обзор на поселок Левоневского закончен. Выезжаем на улицу Академика Туполева. ДК Бутовка. Или ДК Бутова. И едем в направлении поселка Комсомольский. Посмотрели мы на поселок Левоневского ранней осенью. Быть может, еще вернемся зимой. Хотя смысл по 10 раз по одному поселку кататься. Надо посещать еще те поселки, на которых я не был. Которые остались без моего внимания. Которые вы хотели бы увидеть в будущих моих видео.